Создавая полноценный дизайн интерьера, сложно обойтись одними лишь предметами мебели или декора. Независимо от выбранного стилистического направления, должен быть текстиль. Сегодня вместе с героями программы «Своими глазами» выберем актуальные варианты. Обустройство семейного гнездышка Софии и Сергея уже почти закончено. Осталось расставить акценты, конечно же, с помощью тканевых элементов. Мы считаем, что уют в доме зависит от текстиля, и поэтому нам очень приглянулись эти покрывала хлопковые в стиле пэтчворк. Я думаю, они очень хорошо будут смотреться в нашей спальне. Лоскутные техники в современных интерьерах – это возвращение к традициям и вместе с тем свежий взгляд на оформление. Можно выбрать варианты с богатым орнаментом или однотонные, и, пожалуй, каждый из них будет уместен как в спальне супругов, так и в детской комнате. Для поклонников более современного стиля покрывало из тафты с благородным блеском, произведенные мастерами Италии и Испании. С помощью удачно подобранной одежды для штор можно как усилить уже имеющееся интерьерное решение, так и создать совершенно другое настроение в помещении. Главное – определиться с текстурой и расцветкой. Наши влюбленные, между тем, решили как следует подготовиться к наступающему сезону с помощью теплых одеял и подушек, на которых сны будут волшебными, ведь в основе современные технологичные и гипоаллергенные наполнители, практичные и безопасные. Мы очень часто принимаем гостей у нас дома, и поэтому нам нужно как минимум два варианта скатерти. Вот это вот мы выбрали для себя из гобелена, а вот это очень нам понравилось для того, чтобы принимать гостей. Здесь такие вот кружавчики и даже какое-то украшение. Одна из актуальнейших тенденций для дома – скатерти с кожаными вставками. Выглядит стильно и необычно. И, конечно же, комплект для сервировки стола с шикарной скатертью, салфетками, украшенными камнями и рушником. Молодой хозяйке просто необходим текстиль такого уровня. Будь то кухня или ванная комната, там должны быть полотенца, мягкие, пушистые, из бамбука, хлопка или велюра, идеально впитывающие влагу, персиковые, лавандовые, мятные оттенки и с морской тематикой, отделка кружевом, шитьем и стразами. Беспроигрышные варианты для дома, в котором царит гармония. Приняв душ, что может быть лучше, чем растянуться на шикарном постельном белье? Пожалуй, ничего. Тем более, если в комплекте не только стильное постельное белье, но и теплый хлопковый вязаный плед, выполненный в одной цветовой гамме. Или белье популярных пастельных оттенков с кружевом. То, что добавит роскоши в любой спальне. Ну и, наконец, неотъемлемый атрибут домашнего комфорта – это халат. Мужские и женские модели – хлопковые, бамбуковые и вафельные. Декорированные с учетом последних модных тенденций. Это поистине символ семейного уюта. Спонсор программы – магазин «Мир покрывал. Текстильный рай» в торговом комплексе «Крастец. Цокольный этаж». Подушки, одеяло, полотенца, постельное белье и многое другое для вашего дома – производства Турции. Дисконтные карты, подарочные сертификаты, акции и скидки. Текстильный рай – цена ниже, качество выше.